Сегодня телеведущая отмечает день рождения. В честь этого события Виктория Бонни решила похвастаться своей идеальной фигурой. Виктория Бонни стала известна после того, как приняла участие в реалити-шоу «Дом-2». Теперь она не только телеведущая, модель, но и светская львица. 8 лет назад знаменитость познакомилась с сыном ирландского миллионера Александром Смёрфитом. У них закрутился роман, однако даже появление дочери Анджелины не укрепило их отношения. В прошлом году влюбленные объявили о расставании. Теперь Бонни предпочитает не говорить о своей личной жизни. Однако этим летом она представила своего нового избранника, французского миллионера Пьера Андрюана, но их роман оказался скоротечным. В начале ноября светская львица отправилась на Мальдивы, где компанию ей составил 27-летний итальянский блогер Марк Феррера. Поклонники сразу заподозрили, что Виктория с ним встречается, но эти догадки так и не подтвердились. Сегодня звезда отмечает свой день рождения, но уже не на островах Авуа, и Бонни празднует 39-летие в компании подруг. Они отправились в ресторан, где имениннице преподнесли кусочек торта со свечкой. Позже в соцсети телеведущая опубликовала фото с побережья. В кадре она позирует в белом мини-бикини с узором и демонстрирует стройную фигуру. Ну что, теперь можете поздравлять меня. Сегодня и есть мой день рождения, и я всех вас люблю. Спасибо, что вы у меня есть. Я очень дорожу каждым из вас. Обратилась она к друзьям и фанатам. Поклонники и пользователи соцсети поздравили Викторию с важным событием. Многие отметили, что она выглядит очень молодо и свежо. Выглядите супер для человека, который 50 разменял. Всегда оставайтесь такой же, будь счастливой и желаем встретить достойного мужчину. Вы в купальнике потрясающе выглядите, прокомментировали пост подписчики.